Всем привет, вы на канале Steven Games, и это мой внеочередной подкаст, где мы поговорим о том, что произошло на моем канале за последнюю неделю. Блин, ребят, реально, как в новостях прочитал, я не думал, что у меня так получится. Мне остается, если честно, только очки надеть и все. Да, ребят, сегодня у нас будет подкаст, где мы поговорим о том, что произошло за последнюю неделю на моем канале. А что у нас за последнюю неделю у меня на канале-то произошло? Наверное, первое, о чем хотелось бы поднять речь, это, наверное, то, что на мой канал подписалось 70 тысяч человек. И это произошло вчера. Ну да, за последнюю неделю. Ну, по сути, так и есть, за последнюю неделю. Вчера на мой канал подписалось 70 120 человек, и это было очень круто. Я не ожидал этого. И, честно говоря, хотелось бы в первую очередь всех, опять же, поблагодарить за то, что подписались на канал. А почему, опять же? Потому что я и на 50 тысяч поблагодарил, и на 20 тысяч поблагодарил, и на 30. Блин, получается, каждые 10 тысяч, что ли, подкаст записываю? Блин, получается, что так. Но все равно, всем спасибо за то, что подписались на мой канал, за то, что лайкаете, репостите ролики, ну и, конечно же, смотрите этот канал, потому что без вас бы и не было этих просмотров, не было бы, конечно же, вот этого вот ролика, возможно, не было бы даже канала. И, блин, это все благодаря вам, ребят. Спасибо еще раз. И это, если честно, искренне. И сейчас я не шучу, потому что первоначально как-то все получилось так, что у меня как будто бы реально новостной ролик был. Что ж, ну на такой, конечно же, радостной новости, блин, ролик не должен же заканчиваться все-таки, да? И поэтому я сегодня подниму несколько тем. Первая тема — это читерство, потому что мне пишут, то, что я читер, это меня особо не волнует. Меня больше волнует то, что многие хотят стать читерами. И многие пишут мне, что накрути мне душ, накрути мне там персонажей, подними мне персонажа до 50 уровня, потому что мне лень его качать. И самое интересное то, что некоторые даже за это деньги предлагают. И я не понимаю, блин, ребят, вы что? Я не знаю, я не умею взламывать персонажей. Я в какое-то время, в свое время, да, устраивал конкурс на души. Это было давно, когда у меня еще были рут-права. После того, как я приобрел новый планшет, у меня рут-прав нет. И поэтому я вообще ничего сейчас делать не могу. Даже накрутить души. А не то, чтобы уже взломать какого-то персонажа. Вся эта информация есть в интернете. Вы это можете спокойно сделать, если просто погуглите. Но я вам не советую, тогда пропадет весь смысл игры. Многие скажут, ты играешь на читерском аккаунте. Я не играю на нем, я делаю первовзгляды на персонажей. И многим эти первовзгляды нравятся. И нравятся не потому, что это просто вау, зашибись, первые взгляды какие. Нет, я там довольно часто косячу. Но я демонстрирую персонажа, демонстрирую его способности. И все на то, что он способен. А способны все эти персонажи, которые появились в новом обновлении, на многое. И, конечно же, без этих вот роликов никто бы не выбрал, кого же первого качать, Люкана либо Таню. И мне часто приходят сообщения в личку, то что спасибо тебе за то, что ты, ну, записал эти ролики, и я выбрал благодаря твоим роликам, например, Люкана, а не Таню. Либо наоборот, Таню, а не Люкана. И вот благодаря вот этим вот людям мне и хочется записывать и дальше первые взгляды, чтобы вы посмотрели на этих персонажей. Потому что это, я думаю, самое главное. Самое интересное то, что обзор на Таню, по-моему, да, на Таню набрал больше просмотров, чем на Люкана. И я не знаю, с чем это связано, кстати. На 2000 больше просмотров. Наверное, все-таки Люкана немногие выбрали. Больше выбрали Таню, потому что первыми обзор посмотрели на нее. Хотя, может быть, и нет, возможно, я ошибаюсь. Да, это была одна из тем, и, блин, никогда, никогда не покупайте души у кого-то другого, никогда, блин, не покупайте персонажей, потому что это сделать, если вы хотите очень, то это сделать легко, вы можете просто рутануть свой телефон и взломать все что угодно, но я вам не советую, так неинтересно играть, я вот на своем аккаунте играю, да, я играю нечасто, и, возможно, я не понимаю тех людей, которые играют очень часто в игру Mortal Kombat, и у которых просто не хватает душ на то, чтобы поиграть еще, и которым нужны эти души. Да, возможно, я этих людей не понимаю. Но, блин, я вам могу сказать так, что вот я поднялся за этот год до 51 уровня, это раз. И два, наверное, это то, что у меня уже три раскачанных персонажа до фула и куча золотых персов, которые я получил с испытаний. И меня это очень сильно даже устраивает. Что ж, ребят, вторая тема, это, наверное, то, что я не летсплейщик. Почему меня многие все время называют летсплейщиком? Я не знаю.
Я давным-давно уже перестал быть летсплейщиком с того момента, как я перестал просто вообще проходить какие-либо игры. Это уже, наверное, я как год, наверное, а то и больше не прохожу ни одной игры. Сейчас многие скажут, что я Mortal Kombat X на ПК прохожу, но, блин, это один-единственный проект, который я и то редко выкладываю, потому что у меня игра очень сильно глючит, и мне приходится перед тем, как записывать эту игрушку, чистить компьютер полностью, чтобы хотя бы освободить немного оперативки, ну, конечно, не засорять процессор. И поэтому, да, у меня есть одно такое вот небольшое лайфтовое прохождение, но я не считаю это как за как таковой летсплей, скорее такой вот, знаете, озвучка ролика, на мой взгляд. И поэтому я не считаю себя летсплейщиком. Почему меня все считают летсплейщиком? Я даже вот в Акинатор недавно играл, и мне прислали недавно, в общем-то, скриншоты, где я там нахожусь. Честно говоря, я себя не нашел. Да, я сам себя не нашел в Акинаторе. Я не знаю почему, но, блин, я, наверное, сам себя даже не знаю, и многие знают меня лучше, чем я. Потому что, блин, все меня находят, но я один нахожу кого угодно, только не себя. Я даже какого-то американца нашел, который снимает, по-моему, ролики про собак. Я вообще не знаю, что это за человек, но, блин, он мне каким-то образом попался. Я даже не снимаю, я ни одного ролика про собак не сделал. Какого фига мне выдало какого-то чувака, который снимает ролики про собак, я не знаю. Так вот, да, ребят, я не летсплейщик. Я считаю себя игровым блогером, игровым мобильным блогером, скажем так, да, который записывает какие-то приколы по играм и особо в них не умеет играть, да, потому что летсплейщик, он должен уметь играть в игру, которую он записывает, а я сделаю просто веселые ролики. Да, вот такая вот тема у меня сегодня поднялась. Наверное, подкаст такой получится задорный немного, потому что во всех подкастах я такой серьезный, такой, знаете, такой... Да, ребят, сегодня я расскажу вам о том, что произошло на моем канале за последний месяц. Произошло очень многое. И дальше начинаю трындеть на протяжении минут 10. А сейчас я просто поднимаю темы, которые, наверное, многим даже, возможно, и не интересны. Ну что ж, давайте поговорим о третьей теме и посмотрим, что же будет там. Пока я думал над третьей темой, я понял то, что я недавно постригся, и многие это заметили. Да, теперь у меня нету этой челки, и чего я коснулся этой темы? Да, почему я коснулся этой темы? Потому что некоторые пишут, почему я на превью картинках трогаю все время себя за голову. Вот так вот сижу и вот так вот все время ее подпираю. Я думаю, если вы сейчас мои все превьюшки посмотрите, то вы заметите, что да, это происходит довольно часто. Таким образом, я показываю свое актерское мастерство. Я вот так вот делаю, и это типа печаль, грусть. Ну или я не знаю, что еще таким образом можно показывать. Но теперь у меня нет челки и нет смысла как такового, конечно же, трогать себе за голову, потому что я вот постригся, теперь ровная прическа, наверное, хотя все равно на голове дурдом, но это не важно. Да, это была третья тема, и я говорил, что сегодня мы будем в подкасте говорить о всякой ерунде. Ну что ж, погнали дальше. Четвертая тема, и эта тема очень серьезная. Поговорим о выходе роликов на канале. Многие заметили, что в последнее время у меня на канале не выходит Clash of Clans. Да, блин, вот Clash of Clans я не записываю. Почему? Наверное, потому что у меня немножко темы закончились, хотя это не оправдание. Давайте придумаю новое. И у меня не хватает времени. Да. Почему у меня не хватает времени на запись Clash of Clans? Наверное, потому что все-таки, блин, чтобы записать один ролик, тебе нужно сыграть 3 боя, создаются войска где-то около часа, это значит потратить 3 часа на то, чтобы записать только геймплей, вот обычный геймплей. И после этого еще записать геймплей с озвучкой, где ты будешь рассказывать, как ты атаковал на того-то, и после этого еще совершить одну атаку. Это еще где-то час. После этого тебе нужно это все смонтировать, короче, залить, и получается все таким образом, что ты на этот ролик убиваешь полжизни. И у меня пока что нет просто времени. Сейчас началась сессия, я думаю, многие знают, что это такое сессия. Я это чуть ли не каждые полгода говорю, свой последний год, который я снимаю, да, каждые полгода. Всего лишь 2 раза по полгода прошло, но все же... И, по-моему, первый раз я даже об этом не говорил, даже не касался этой темы. Хотя, возможно, и касался, я просто этого не помню. Так вот,
Даже не полгода, а каждые 3 месяца. Я же забыл, что 4 сессии за год. Ну ладно, не суть. Так вот, получается все так, что у меня сейчас просто нехватка времени. Я не записываю ни игру Mortal Kombat X на ПК, я не записываю ни Clash of Clans на мобильном устройстве. И вот, скорее всего, из-за сессии вот у меня это не получается сделать. Я больше делаю уклон на те проекты, которые люди больше всего просят. А чаще всего я вижу в комментариях, что многие пишут: снимай Mortal Kombat X, снимай Shadow Fight и снимай Injustice. В Injustice, кстати, недавно новое обновление вышло, и там, по-моему, сейчас идет испытание на женщину-кошку, поэтому серия в скором времени будет. Так, вроде бы все темы, о которых я хотел сегодня рассказать вам, я рассказал. И, ребят, если вы хотите задать мне какой-то вопрос, то пишите в группе. Там есть специальная ссылка сбоку справа. В общем, я, наверное, размещу все-таки эту ссылку в описании под этим роликом, либо в комментариях вы найдете. И там задавайте свои вопросы к следующему подкасту. Возможно, тогда подкаст выйдет гораздо раньше, и я расскажу вам что-нибудь еще. Пока что это, наверное, все темы, которые мне хотелось бы коснуться. Возможно, многим этот подкаст не понравится по некоторым причинам, потому что я здесь скорее больше дурачился, чем, наверное, рассказывал о чем-то важном таком. Но так как я игровой видеоблогер, мне больше ничего не остается делать, кроме как, блин, дурачиться на камеру, наверное. Хотя ладно, это мейнстрим, и он уже никому не интересен. Что ж, ладно, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.